Показатель CTR значков видео – самый важный фактор продвижения ваших видео и канала на YouTube в 2019 году. Привет! С вами на связи Юлия Измайлова, практик по продвижению онлайн и офлайн бизнеса через YouTube, основатель Академии видеомаркетинга. В данном ролике мы с вами поговорим про показатель CTR значков видео и почему это самый важный показатель, самый важный фактор продвижения вашего канала, раскрутки ваших видео на YouTube. Но прежде чем мы начнем, я рекомендую подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски о продвижении видео, о востребованной специальности YouTube-маркетолог, о том, как раскручивать канал и другие. А также забирайте прямо сейчас бесплатно в правом верхнем углу мой отчет об эффективном использовании алгоритмов YouTube. Итак, что же такое CTR значков видео и почему он сейчас самый важный показатель на YouTube? Давайте приведу несколько примеров. Заходим на главную страницу YouTube, и здесь мы видим разные рекомендации от разных авторов. Новинки, те каналы, на которых вы подписаны, популярные ролики, ролики по интересам и так далее. И мы листаем, и, например, вот эта картинка меня зацепила. А вот это как-то, ну, не очень. Вот это прям зацепило. Листаю дальше. Вот эта картинка или вот это цепляет. Вот такой значок вообще не цепляет, а вот этот зацепил, да? То есть, соответственно, первое, что я вижу в поиске, в рекомендациях, это значок видео. Ну, возьмем, например, как сшить летний сарафан своими руками и проматываем, да? Вот этот значок зацепил, я просмотрю, нажму. Вот этот не очень, вот зелененький, зацепил, я нажму на это видео и просмотрю. Следующий, ну как-то не очень. То есть, о чем мы сейчас с вами говорим? CTR значка обозначает, это процентное отношение количества показов вашего значка в рекомендациях, в похожих видео, в поиске, к количеству кликов на этот значок, да? То есть, сколько людей нажали на этот значок и просмотрели видео. То есть, чем больше, ну точнее, чем чаще люди кликают на ваш значок, тем показатель CTR выше. И ваше видео начинает рекомендоваться другим людям с похожими интересами чаще. Соответственно, нам нужно добиваться того, чтобы показатель CTR значка у нас был высокий. Как вообще узнать, какой у вас показатель CTR на ваших видео, ваших значков? Для этого нам необходимо зайти в творческую студию на нашем канале. Далее заходим в раздел «Аналитика». Выбираем здесь последние 28 дней и вкладка «Просмотры». И мы видим, что показатель CTR значков видео в моем случае – это 9,7%. Вообще, в среднем, как говорится в справке YouTube, показатель CTR значков может быть от 2 до 10. То есть, соответственно, CTR значков у меня достаточно хороший, высокий. Кстати, напишите в комментариях, какой CTR значков на вашем канале вот за последние 28 дней. Оставьте комментарий, какой у вас CTR значков, вот этот показатель, да, какой процент. И для тех, кто оставит эти комментарии, я просмотрю ваши каналы в следующем видео. Обязательно запишу такой ролик. И мы увидим, как можно поменять CTR значков, то есть почему он у вас низкий, если он будет низкий. И также посмотрим успешные примеры, если у вас высокий CTR значков. Разберем несколько каналов из тех, кто оставит комментарии, да, посмотрим, какие у вас CTR и что на это влияет. Но самое важное, чтобы вы понимали, что в 2019 году, чем более привлекательный у вас значок, тем чаще на него будут кликать и смотреть. То есть, почему я всегда говорю, что значки на данный момент – это 50% успеха ваших видео и вашего канала. Потому что если ваш значок не привлекает внимание, то на него просто не будут нажимать, и вы будете терять просмотры. А вот те авторы каналов, у кого кликабельные значки привлекательные, они наоборот будут постоянно получать новые просмотры, все больше и больше просмотров и больше подписчиков, клиентов в свое дело, в свой бизнес. На этом у меня все.
С вами была Юлия Измайлова. Ставьте лайк, если видео было полезно. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео по разбору ваших значков. Да? Пишите комментарии, не забывайте. И смотрите другие ролики на моем канале. Сейчас увидите их на экране. Пока!